Олександр Павлюк у нас в гостях, чемпіон Європи та світу з кікбоксингу. Доброго ранку тобі. І так, я в першу чергу поздравляю от всего Николаева, от всей України, потому что представлял честь нашей страны, честь нашего города и с гордостью привез победу. Ну что ж, начнем, наверное, с традиционного вопроса, как для спортсменов. Когда вообще началось это увлечение кикбоксингом, когда появилось желание все-таки заниматься этим видом спорта? Ну, вообще, начинал еще с карате, 6 лет. Моя учительница первая предложила родителям, чтобы отдали меня на тренировки. Вот был мой первый тренер, Озеров Денис Владимирович. Мы пошли на тренировку, как бы начал заниматься карате, 8 лет занимался. После этого был как-то, знаете, как кризис. Ну, то есть уже не хотелось заниматься спортом, уже надоело, вот в 14 лет. И тренер предложил перейти в кикбоксинг. Как в 14 лет бывает, уже надоело, уже все. И вот как-то перешли в кикбоксинг, начали заниматься, и заинтересовало очень сильно. А сколько период, какой период вот именно занятия кикбоксингом? Вот 4-й год уже занимаюсь. То есть за 4 года вот такие результаты. А теперь я предлагаю пройтись по победным медалям, кубкам. А что было первым? И уже пойдем вот так по хронологии. В 2015 году поехали первый раз, ну, за границу. Это чемпионат Европы, вот, в Испанию. Вот медаль. Поехали в Испанию. Первые соревнования. Были тяжелые бои. Первый бой был с русским, который призер мира, Европы был. Первый номер России. И в финале так получилось, что сошелся со вторым номером России. Он прошел поляка. Было два боя. Хорошие бои прошли. После этого... В 2016 году поехали в Боснию на Кубок Европы. Там было у меня 4 боя. 3 боя я провел досрочно. И на 4-й бой соперник отказался боксировать. Вышел, пожал руку, сказал, не будет боя. И меня признали на том, на тех соревнованиях лучшим бойцом Кубка Европы. После этого... Бывают в жизни даже такие ситуации. Судьба, что называется, улыбнулась. Да. И... После этого у меня был первый профессиональный бой в Николаеве, тоже я его выиграл. Потом в 2016 году я готовился вот на самые такие важные соревнования в своей карьере вот на данный момент. Это чемпионат мира, который прошел в Ирландии, в Дублине. Там были бои очень тяжелые, 3 боя провел. Первый бой с хорватом, второй бой был тяжелый с поляком, я травмировал ногу. Думал, что на финал уже не выйду, но оказалось, что был в нашей команде врач. Ледокаином обкалывали ногу, и вот так вот на финал вышел с русским, он из Дагестана. Это какая-то жизненная, я вижу, тенденция. Да, ну, вот так вот на характере все, ну, все поддерживали, говорили, давай, надо, как бы боль временна, а триумф вечен. И вот на вот таком настрое выходил, работал. А если говорить о последней награде, фотографии, кстати, у нас есть, сейчас мы покажем нашим телезрителям, можешь прокомментировать, что это, как это? Это был вот Кубок мира, это те соревнования, на которых я еще не участвовал и еще не выигрывал. Последняя, так сказать, вершина моей, ну, молодежи, которую я еще не покорял. И вот провел тоже 2 боя. Первый бой с поляком, на первом раунде сделано 2 нокдауна, хотел его дальше добить, но выстоял, все 3 раунда с ним отработал. На финал выходил с представителем Латвии, тоже бой был достаточно тяжелый, но по очкам уверенно, достаточно уверенно мы выиграли это золото. Сразу после победы в Фейсбуке посыпались поздравления. Я уже видел сразу же радостные, скажем так, известия о том, что Николаев, радуйтесь, у нас есть победитель. И вот сегодня, дорогие друзья, у вас есть возможность вот лично увидеть и услышать. Я хочу еще спросить по поводу занятия дальше. Что, какие вершины будут? Ну, через год планируем переходить в взрослую категорию уже. Конечно, хотелось бы, чтобы наш вид спорта ввели в Олимпийский и тогда поехать на Олимпиаду. Вот это, ну, самая вот такая вот мечта. Самое главное, чтобы как с карате не было, чтобы все-таки вершины были, и желание не пропало заниматься. Я тебе желаю успехов. Спасибо большое за то, что сегодня пришел к нам в студию. Нагадаю еще раз вам, дорогие телеглядачі, что сегодня ты побувалася чемпионом Европы та світу з кікбоксингом Олександром Павлюком, який і розповів нам про те, як же воно бути європейським та світовим чемпіоном із кікбоксингу.